для температуры процессора 22, нагрузки вообще нету, карточка на ядро 202, то есть она в простую 13 веке запускаем. Загружаем исходник, 52 мегабайта, Full HD 1920 на 1080, 30 FPS. Окей. Ничего здесь не меняем. Загружаем. Закидываем. Выделяем. Так. Накидываем видео плагин с пакета Magic Bullet. Назад качество проверяем. Best full. File Brander S. Так, Main Concept VC. P4 выделяем Sony Tablet. Берем интернет. Full HD. Кастомизация. Project. Best full система. Так, здесь ничего не трогаем. Звук оставим такой. Так, здесь у нас все устраивает. Соки. Контраст битрейт. Вставляем 20. Так, рендерим на процессоре. Видеокарту смысла активировать здесь нету. Прироста не будет. Так, что у нас тут еще? Ставим по дефолту 24. 13. Ничего здесь не трогаем. Окей. Так, рабочий стол. Сделаем рендер на рабочий стол. Да. А, процессор. Температура у нас 49, ядра в режиме boost до 4200 будет. Так, загрузка у нас процессора идет от 70 до 90 прыгает. Оперативная память занята 3. Так, почти 3 гигабайта. Так, что у нас с видеокартой происходит? Видеокарта 1354 мегагерца на ядро. Это не 100% нагрузка. У нее максимально 1700 с копейками. Так. Температура 31 градус. Вот memory GPU. Вообще задействовано показывает по таблице всего 1% около того. Ну, вообще действительно не работает карта. Так, окей, ждем. Ага. Рендер занял 59 секунд. 59. Закрываем. Так. Угу. Визуально посмотрим исходник. Звук и колонки. Так, ну качество отличное. Так, оригинал у нас весил 52 мегабайта. На выходе у нас вышло на процессоре 52. Разницы нет. Включаем 15 Vegas. Так. Грузим исходник.
Сана. Увлажнение 30 ФПС. Так, показываем нам 29. Все правильно. Окей. Так, Project Media загружаем. Исходник. Закидываем. Качество у нас Best Full. Выделяем. Видеоэффекты. Опять заходим на JetBullet. Плагин Lock. Так, выставим для наглядности по центру. Берем видео. Кодек первую строчку, кодек вторую строчку. Чуть-чуть подкрасим, как нам надо. Так вот. Более-менее. Так, здесь поярче сделать, понасыщеннее. Все окей. Выделяем. Ага, опции. Проектинг проверяем. Видео. Вот она, 1050 Ti. Оперативки 232. Здесь ничего не менял, только Generation. Вот он, активированный GPU, рендеринг, галочка стоит. Все. Окей. Рендеринг. Выбираем Magic AVC. Так, еще раз. Ищем. Интернет. Full HD 30 FPS. Вот. Интернет Full HD NVIDIA. Кодек. VNC. Кастомизацию. Проект. Dest. Система. Аудио. Дефолт. Видео. Высокие. Тысячи. Тысячи. Все верно. Здесь оставляем переменный битрейт по дефолту, чтобы поменять вот эту как постоянный битрейт. Отключаем сначала кодер здесь вот. Включаем постоянно. Здесь бубаем 20. Теперь снова активируем кодер NVIDIA. Окей. Сохраняем. Назовем 15. Так, все верно. Рендер. Процессор 42 градуса, 31 даже пошел на понижение. Так что у нас происходит с видеокартой? Видеокарта на ядро сейчас максимальная производительность 1700, она в бустовом режиме. Так, GPU load. Да, карточка задействована на 26%. Температура карты 34 градуса. Рендер закончился за 22 секунды. Закрываем. Так, исходник с кодеком весит 63 мегабайта, то есть выше, чем исходник уже. Качество. Визуальное качество хорошее, отлично. Так вот.